Понедельник – день тяжелый. Первый рабочий день недели ивановские дорожные полицейские провели на территории областного центра операцию «Труба». Под контролем инспекторов все въезды в город. Дорога сужена специально, чтобы можно было проверить абсолютно каждого водителя. Сейчас, в данный момент, у нас проходит рейд на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также детские удерживающие устройства. Водительское удостоверение и страховой ваш полис. Труба хороша тем, что если шофер под шофе, шансов затеряться в потоке или скрыться у него нет. Останавливают все машины, а дальше по обстоятельствам. Опытному инспектору достаточно нескольких секунд, чтобы понять, выпивал водитель или нет. Главное – начать разговор. Нетрезвого выдает в первую очередь речь и излишнее волнение, а иногда инспектору в прямом смысле помогает чутье. Если есть признаки опьянения, водителя приглашают дунуть в трубочку. Если возникли подозрения о том, что водитель находится в состоянии опьянения, транспортное средство немедленно останавливается, водитель отстраняется от управления, и далее наступает процедура оформления. В присутствии двух понятых водителю предлагается пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора, который находится в каждом экипаже. В случае его отказа, либо подтверждение результата о том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, предлагается пройти освидетельствование на состояние опьянения в наркологическом диспансере города Иваново. Рейд прошел продуктивно. За несколько часов работы выявили 9 нарушителей правил перевозки детей. Задержали одного водителя в состоянии алкогольного опьянения. Ему светит лишение прав и крупный штраф. Вот что значит дело труба. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.